От пути! Не путю. Джарвис. Стреляй в него, Джарвис! Тебе повезло, потому что... Он убил тебя! Он убил тебя! Джарвис, ой, ты убил своего! Это, я. Это был ты, кретин, ты полоумный! Привет! Сегодня мы выживаем и скрываемся от жуткого маньяка Джейсона, который жаждет убить нас. Наша задача – починить машину, лодку или телефонную линию для вызова полиции. Все это усложняется тем, что общаться мы можем только в голосовом чате игры. И слышат нас только те игроки, которые находятся рядом. Сегодня мы поиграем за выживающих. Из-за ужасного маньяка Джейсона, который охотится на жертв. Не забывай о оповещениях и подписке на канал, иначе я приду за тобой. Приятного просмотра! Вот знаете, наверное, самое главное – это ключи, бензин и аккумулятор из всего вот этого вот. Наверное, сложнее всего найти ключи, потому что лежат они в полочках, в шкафчиках. Какой-то не совсем у нас удачный дом. Так, ну ладно, мачете брать не будем, потому что у нас ракетница в руках, она более топовая. Давайте проверим, дом рядом есть. Посмотрим, что здесь у нас находится. А, вот он, смотри, шкаф есть. Фу, рация есть, отлично, нашли рацию. Прием, ребят, у кого есть рация? Видимо, ни у кого еще нет рации, только у меня одного есть рация. Так, хорошо, маньяка, ты видел уже лишь нет? За воображением гоняет. Бегите. Воображение убегает. Бегите, глупцы. Бегите. Музыка тревожная, нехорошая. Так, слышите, музыка заиграла. Значит, маньяк где-то поблизости, и нужно оттекать как можно дальше, как можно быстрее. Да, обычно в таких ящиках ключи. О, карта есть. Так, у нас есть карта, уже жить гораздо проще, потому что мы можем ориентироваться на местности. Но все равно бы нам бы еще ключики какие-нибудь, и было бы все здорово. Ключей же у нас ни хренашеньки нет. Ты мой миленький, хороший ты котик. Положу тебе сарделечку, я в ротик. И сейчас все такие, чего, блин? Плохой дом какой-то, ужасный. Давай посмотрим по карте, что есть. Дальше и пойдем. Выходи оттуда, кузака. Ребят, воображение убили. Уже первого убили? Охренеть. Я тут наткнулся на его труп. Я ключи забрал. Окей. Ты ключи нашел? Маньяк, иди в сраку, отстань от меня. Так, здесь все тоже облутали. Блин, все дома облутали. Отстань. Вы все залутали? Нет, ни ключей, ни хрена, ничего нет. Вы все залутали у тапки. Кузака, беги лучше. Давай бенз найдем и уедем нафиг. Маньяка я пока что вообще не вижу. А кто еще маньяк-то? Маньяк съема. Трое. Вы, блин, схема здесь, маньяк здесь, маньяк здесь. Привет, брат! Схема здесь, никого нет. Что это, дверь? Давайте. Открою, включим магнитофон. Я хочу общаться. Кузака, тебе жопа. Мне не хватает теплоты ваших тел. Схемов, давай договоримся. Начну с того, что в доме никого нет. Хочешь, я песню спою про дружбу? Вот ты дипломат. Дружба верная. Тебе весело, Симон? Ты сука! Ты не хочешь меня убить? Мой миленький, хорошенький мой котик. Хочу с тобой дружить. Нет, схемов, нет. Давай, ты. Не нужно. Бежим! Нет, бегите! Не ори это в рацию, он же услышит. Глупенький ты мой, ты что творишь? Он не должен тебя слышать. Я честный перед всеми, даже перед смертью. Надо залезть сюда, пока он не пришел сюда. Будь честен передо мной! Надо закрыть нафиг все двери. Блин, здесь еще никого не было, срочно все двери закрыть. Так, он не знает, что я в этом доме. Так, смотри, здесь был маньяк, разбиты все окна, он кого-то щемил здесь, похоже, не по-детски. Где находится вызов копов? У меня просто починка. Ребята, я нашел винт для лодки, мне винт брать или нет? Мы можем на лодке уплыть. Нет. Ну хорошо, я запомню, где лежит винт, если что, воспользуемся им. Так, в этом доме давай откроем дверь. Если за кем-то... Я все понял, хорошо. Что ты там выглядываешь, да, сломанную дверь? Бензин нашел. Давай, схемов, прекращай вот это вот. Ты что, мне фак показываешь? Бензин, а, это нож у тебя, да? Не уезжаем? Да, жди меня, сейчас я приду. Уезжаем? Подожди. Ты охренел, что ли? Ты мне прям в камеру закинул нож, схемов. Будет отличный скриншот. К желтому дому идите. Так, тихонечко, пока он ломает дверь, сварить надо. Кто рядом со мной, алло? Бежать, бежать, бежать. У нас тачка почти. Хрен там плавал. Нет, схемов. Залез обратно, да? Да, залез обратно. Зака. Синяя, да, тачка? Нет, зачем ты разбил это окно? Тачки тут гвоздики не видел никакие. Нет, тут есть оранжевый. Не-не, не видел. Возле оранжевого дома. Двери нет! Вот он. Двери. Все, тачка, это, сделана. Быстрее в тачку. И совести у тебя. Подожди, подожди, у меня стамины нет. Давай дружить. Давай. На Е. Тебя как зовут? Меня зовут? Выживающий меня зовут.
Тихо, откуда он идет? Командир, ни хрена. Засадку до центра. Быстрее! Отвалит мне маньяк! Я маньяк несу, помогите! Езжай, да, забирай меня ко мне быстрее, у меня маньяк тут. Понял, еду. Антон, нет, едь задом, я развернись, застрял. Едь задом. Ай, мне в плечо нож воткнул, мутил он, гоняет меня по всей карте. Пипец, его страх окутывает. Ел! Быстрее запрыгивай! Резче, Антон, пожалуйста, резче. Данил, давай, запрыгивай. Где вы есть? Езжайте прямо. Давай, назад сдавай чуть-чуть, давай. Нахер пошел! Езжай сюда, Антон, сюда едь, назад, Антон. Да маньяк, куда? Мудак. Сюда, Антон! А, быстрее! Бейте его! Залазь! Поехали! Он уничтожит просто город! Чини машину! Выходите, бейте его! Ты чё, сучара? Бейте его! Не бейте его! Ты задавил своего мудила! Я не специально не знал, что это так работает! Короче, мы что, вдвоём спаслись? Кого я забрал? Ты меня забрал, Антон! Давай их наших положили! Я Кузаку забыл! Давай Кузаку заберем. Дай лучше я за руль сяду, Антон! Я вожу лучше, гораздо лучше! Сраку иди! Нет, Антон, что ты творишь? Кузака сдох, уходи! Данил, налево? Холдор только наблюдатель, да, направо или налево, без разницы, куда-нибудь езжай. Понял. Нам нужно выжить. Давай, выезд. Давай. Красавчики, мы выжили почти что. Будь осторожней. Все, уехали. Давай, да! Победа, красава. Это было очень жестко. Я играю за Джейсона, и я выхожу на охоту, а это означает, что все твари погибнут. Долбаный забор, как отсюда выйти? Сраный забор! Понастроили твари! Бля, как это мне мешает! Ёпти медь! Ох, старенький я маньяк! Заставляют меня всякие твари приезжие выходить на охоту. Но что же делать? Придется разобраться, потревожили сон меня и моей мамочки. Гнилые твари! Я тебя поймаю! Иди ко мне, стой, где бежишь, сука! Стой, где бежишь! Ой. Ты правильно все сделал. Да. Это было правильно. Ты думаешь, ты скроешься от меня? Ты такой тупой. Ты такой глупый. Брат, где? Все, я спрятался, ты не найдешь меня. Ты сними. Я знаю. Ты под кроватью. Наверное, тебе здесь меня нет. Меня там нет, можешь не искать. Ты здесь, наверное, давай проверим. Тебя здесь нет. Интересно, кто это вылез из-под кровати? Что с тобой делать? Что с тобой делать, милый человек? Иди, найди Антона. Ты помнишь, как тебя в третьем классе пиздили? Сейчас все повторится. Хочешь вспомнить? Ладно, я тебя отпущу. Вырывайся. Нет, давай не будем. Иди давай ко мне, друг. Дружище. Да я не друг. Хочу так быстро я умирать, пожалуйста, друг. пощади давай меня. Давай дружить. Дружба, ты меня обманываешь, моя, невозлучная. Иди ко мне. Ты думаешь, убежишь? Ты думал, убежишь? Что ты делаешь? Ты такая глупая шкура. Тебя ведь сейчас обвинило. Иди нафиг от меня, паскуда вонючая, лысая тварь. Пошла отсюда, нафиг. Ты понимаешь, я даю вам шанс. Я даю вам всем второй шанс. Спасибо, дедушка Камази. Ты сам гомосек. Я Джейсон, а ты гомосек, сука. Он в доме. Он однозначно в доме. Вот и все. Я знаю, ты в сортире. Ты сейчас обосрешься в сортире. Занято нахрен. Ну ничего. Уйди, дай дела сделать. Сейчас ты сделаешь дела. Прямо на параше. Делай дела, пожалуйста. Сейчас мы вместе сделаем дела. Какой ужас. Помнишь, ты только что насрал, а теперь я тебя там топлю. Это безобразно, да? Фу. Я ужасный маньяк Джейсон. Я убью всех. Смотри, они поставили аккумулятор. Блин, капканы закончились. Кузака, возьми спрей.
Ключи! Блять! Кого он отпиздил? Ключи! Меня. Вот так! Брызгайся, брызгайся! Еще вон спрей лежит! Пошел нахуй! Мне мама говорит, что меня убила, суки! Привет, шкура! Ты кто? А я то, который ты любишь, не надо мне сразу делать больно! Ты где? Где машина? Машины нет, как в принципе и вас скоро не станет, твари. Серега, тачка после речки сильная. Ребята, можно с вами? Слышишь, они сказали, что тачка где-то здесь. Можно с вами, эй? Можно с вами? Маньяк Джейсон хочет с вами. Петушки, они хотят уехать. Ну что же? Опа, пошел нахер! Да. Я убью либо тебя, либо твоего друга. Выбирай. Никого ты не убьешь сегодня, мудила. Я тебе дал второй шанс. К машине, Антон! Ты мне грубишь? Давай, иди к машине. Залазь в окно, ведь двери. Сейчас меня отпустят, и тебе жопа. Блядь! Нет, иди в сраку. Брать в башку, тварь. Хочешь, я ножами забью? Не надо. Кто теперь мудила, а? Тебя тёк набили в школе, тварь! Тебя мамка в детстве била! Хочешь, тебя в костях убью? Не надо меня бить! Отпусти меня, я хороший! Умрёте! Я бегать не могу, сука! Это неудивительно, потому что ты обосрался, придурок! Выходи, гнилой мудак! Здравствуйте, семья! Нет, не убивай всё. Меня! Не убивай меня! Я задумался вам давать второй шанс! Не убивай меня! Я хочу тебе пенек! Тебе звонит мудила! Антоша, возьми телефон! Тебе звонит кто-то! Ой, все! Уже не возьмешь телефон! Машина не в той стороне, шкура! Машина прямо! Пойдем к машине! Идем к машине! Я тебя отнесу сейчас! Ты добрый маньяк! Сейчас узнаешь, насколько я добрый! Твоего друга утопил в фекалиях. Иди, заводи машину. Заводи машину. Только если ты меня отпустишь, я ее заведу. И не надо тут ее тут... Капкан не сработал. Фишки делать, блин! Выходи через окно. Навельный, блядь, виноват. Навельный виноват. Убить тебя сейчас или убить тебя попозже? Вот в чем вопрос. Не убивать меня совсем, понимаешь? Вот в чем ответ. Я убью тебя, наверное. Предложение интересное что-то. За что это, почему тебя должен отпустить? Я тебе еще лагерь ну, таких дурачков приведу. Напарника. Смотри, Джарвис пришел. Я тебе покажу. Отпусти. Не отпусти. Путю. Не путю. Джарвис. Стреляй в него, Джарвис. Тебе повезло, потому что... Он убил тебя. Он убил тебя. Джарвис, ой, ты убил это своего! Не я. Это был ты, кретин, ты полоумный! Меня подставили, поверь! Джарвис, ты такой тупой, бля, отвечаю! Джарвис, у тебя нет ключей, ты застрелил своего, тебя посадят! Тебя посадят, да, но тебя не посадят, потому я что так я просто тебя не сдам. Убью! Вот и все, вот и все! Твои полномочия, все! Долго я выбирал способ расправы. Минус голова. Согласись, было очень атмосферно. Если тебе понравилось и ты хочешь продолжение, поставь лайк и не забудь подписаться на канал. Кстати, напиши в комментариях, как тебе новый формат, понравился или нет. Не прощаюсь.